И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня мы рассмотрим с вами такую тему, как новым пользователям получить 1000 тестовых USDT на Gate.io. Сейчас вы видите картинку этого бонуса. Такс, а перед тем, как я вам расскажу обо всем этом, хочу поблагодарить биржу Gate.io за поддержку. Я уже сделал более 35 видео о бирже Gate.io. Вы сможете их посмотреть в отдельном плейлисте. Также вы можете задать любой вопрос в комментариях, я попытаюсь ответить. А если что, отвечу в чате биржи Gate.io, ссылочка тоже будет в описании, где я всегда спрашиваю вопросы админов, мне на все отвечает. А, ну еще, пока не забыл, YouTube могут отключить, как бы это странно ни звучало, но это возможно, так что переходите в мой телеграм-канал. И вторая причина, почему вам стоит перейти в мой телеграм-канал, потому что там много локальных тем, которые могут стать неактуальными уже через 10 минут, но благодаря ним можно заработать как от 1000 рублей, просто пройдя какой-то легкий тест, или еще больше, если там какая-то тема очень крутая. Так, для начала разберемся, что же такое USDT. Расшифровывается эта аббревиатура как United States Dollar Tether, но вопрос, что это такое, остается открытым. United States Dollar Tether — это первый и самый популярный стейблкоин на крипторынке. Крипто-токен с фиксированной ценой, привязанный к фиату, в данном случае американскому доллару. Стейблкоин – это криптоактив со стабильным курсом, в отличие от биткоина, эфириум и других криптовалют на различных платформах. Но стоит заметить, что доллар тоже волатилен. Вот недавно вообще я менял USDT по курсу 125 рублей за доллары, а сейчас вообще это 91 рубль. То есть все равно волатильность существует. Но она не такая высокая, как у биткоина, эфириума и других криптовалют. И многие криптоны фиксируются именно вот в такие вот стейблкоины. Кстати, делал видео о стейблкоинах, какие стоит хранить, чем отличаются централизованные от децентрализованных, почему централизация это плохо априори, как я считаю, и почему я использую в основном децентрализованные стейблкоины. Это можно посмотреть на моем YouTube-канале, так что полистайте, увидите. А вот немного статистики, чтобы вы понимали рынок стейблкоинов. Например, у USDT 81 миллиард общая эмиссия, ну в долларах. У USDC коина 52 миллиарда, у Binance USD 17 миллиардов, а у Terra USD UST 16 миллиардов долларов и у DAI 9 миллиардов долларов. Я предпочитаю такие стейблкоины, как Terra USDT и DAI. Я рассказал об этом в прошлых видео, можете посмотреть. Но я уже начал немного уходить от темы, так что вернемся к теме данного видео. И все-таки узнаем, как получить 1000 тестовых USDT. Все, что нам необходимо сделать, это пройти KYC One. Это обязательная проверка персональных данных клиента. Предупреждаю сразу, после прохождения проверки у нас будет ровно 7 дней, чтобы инвестировать данную сумму, а дальше вы сможете продать или снять заработанный доход. Главный плюс то, что чем раньше вы инвестируете эту сумму, тем дольше вам будут капать проценты на счет, поэтому не пустите этот уникальный шанс. Но я когда разбирался в этой теме, мне показалось странным, что нам дают 1000 USDT и можем как бы их вложить и прибыль забрать себе. Но тут как всегда есть некоторые но, и мы получим довольно мало, но это все же лучше, чем ничего. Ну то есть, грубо говоря, мы 1000 USDT как раз таки, мы вот закидываем стейкинг на неделю. Да, там процентная доходность у доллара 3-4%, а мы вкидываем на неделю, поэтому мы получим, честно говоря, довольно мало. Но это все же хотя бы что-то. И самое главное, мы получим опыт, как участвовать в стейкинге и тому подобное. В общем-то, я считаю, пропускать не стоит, особенно если вы новичок. Но, как я сказал, профита с этого не будет очень много, ну потому что не может быть, чтобы за такие простые действия давали довольно много денег. А сейчас я же скажу, какие 4 простых действия нужно сделать, чтобы получить этот бонус. Первое. Это перейти по ссылке в описании на бирже Gate.io. Если пройдете по ссылочке в описании, то у вас будет вечная и максимальная скидка 20% на торговые комиссии. Ну или самостоятельно найти в поиске бирже Gate.io зарегистрироваться. Но зачем, когда по ссылочке можно в описании 20% скидку сделать? Максимальную причем. Так, открываете ссылку. Далее проходите регистрацию. Но будьте внимательны. Запишите оба пароля для входа в аккаунт и финансовый пароль фонда. Потому что все эти пароли понадобятся для взаимодействия с биржей.
и многие их забывают, потому что они некоторые разные. В общем, все стоит записать в надежном месте, потому что многие новички иногда делают или слишком легкий пароль, или где-то его не там хранят, например, где-то в облаке. В облаке не стоит хранить, потому что вас могут все-таки взломать. Бумага — это лучший хранитель паролей, а еще лучше у вас в голове. А те, кто забывает, вы можете посмотреть мое видео, как я говорил, как восстановить пароли. Это довольно легко, если у вас есть доступ к почте. Далее мы устанавливаем авторизацию через SMS пароль. Она необходима для регистрации. Далее мы проходим KYC. Я загружал права, лицевая и обратная сторона. И селфи в одной руке на ваш документ, во второй листочек с названием сайта и вашим номером аккаунта. Только я перепутал, я не права загружал, а паспорт. Так, вот примерно так, если вы все это сделали, что нужно, остается немного подождать, и уже на следующий день у вас появится бонусная 1000, а может даже и раньше. Мы просто перейдем и закинем ее в стейкинг. Да, мы получим немного, но это хотя бы что-то. Пишите свои комментарии, как вы считаете, это хороший бонус или нет, конструктивную критику, и удачи, и будьте аккуратны.